составе групп представители районных администраций, нескольких отраслевых департаментов и сотрудники полиции. Основная цель – убрать с рынка поддельную продукцию, которая не отвечает принятым стандартам и не имеет положенной маркировки, а порой может быть даже опасной. В частности, это касается бутилированной воды, которой в магазинах курорта очень много. Так, медики и специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что использование некачественной воды для питьевых и бытовых нужд становится причиной развития различных заболеваний. Мониторинговые группы уже проверили более 15 торговых объектов. В ходе рейда нарушений не выявлено. Вся упакованная вода была промаркирована. Такая отметка на товаре минимизирует возможность появления на рынке нелегальной продукции и, как следствие, снижает риск для потребителей, связанный с ее употреблением. А вот в случае выявления такого нарушения ответственным грозят серьезные штрафы. В случае обнаружения бутилированной воды, не маркированной, сотрудниками УВД составляется административный материал. Юридические лица привлекаются к ответственности в сумме штрафа от 50 до 300 тысяч рублей, а физические лица от 5 до 10 тысяч рублей. К слову, горожане и гости курорта могут самостоятельно проверять подлинность каждой бутылки с помощью мобильного приложения «Честный знак». Нужно лишь отсканировать QR-код на упаковке.